Мы в нетерпении ожидаем одно из самых оригинальных и самых ярких шоу, которые вы можете увидеть на острове Бали. Это танец кичат. Танец кичат является формой балийской музыкальной драмы, возникшей в 30-х годах прошлого века. Традиционно исполняется группой от 40 до 150 мужчин, одетых в клетчатые саронги. Танцоры характерно напевают «чак-чак», скидывают руками, трясут ладонями. Кичак, и другое название которого «Обезьянья песни Рамаяны», изображает битву между Рамой, которому помогали обезьяноподобные ванары, и злым демоном Раваной, описанную в Рамаяне. Корнями танец восходит к трансу и экзорцистским ритуалам. С историей из Рамаяны его соединил только в 30-х годах немецкий художник и музыкант российского происхождения Вальтер Шпиц, который создал из танца драматическое представление сюжетом. В дальнейшем Вейн Лимбак, партнер Шпица, организовал танцевальные группы и провел многочисленные гастроли, принеся аутентичному балийскому танцу мировую известность. Танец кичак – это изумительное зрелище, просто не поддающееся передаче словами, потому что здесь надо просто присутствовать, погрузиться в эту ауру. Это единственная постановка в мире, которая обходится без музыкальных инструментов. Все звуковое сопровождение только за счет голосов.